много раз задавался вопросом и ни разу не слышал о том, какие производственные базы и где они будут существовать. В разных странах или в Беларуси, ну, возможно ли в Беларуси в одной обеспечить вот эту вот, ну, массу, миллионы, миллиарды. На данный момент, сейчас невозможно, но смотрите, вот сейчас, если говорить, я давайте лучше встану, если говорить о том, из чего сейчас состоит экотехнопарк и подвижной состав, в принципе, подвижной состав на 100% белорусский, кроме электроники. Металл мы берем сейчас из Швеции, ну, от финской компании. Вот, бетон белорусский. Ну, если надо будет это строить в Австралии, понятно, что бетон белорусский возить туда смысла нет, он будет тогда золотой. Юнибайки мы планируем делать все в Беларуси. Да. Но опять же, вы говорите просто где-то вот. Миллиард мини-байков, юнибайков в вакууме где-то висят они. Да, если мы говорим, например, о поставке в Америку, то какие-то части можно будет брать там в Америке. Если в Канаду, в Канаду. То есть, ну, невозможно о таких вещах говорить, а прикиньте, сколько, где это будет. Это будет. Это сейчас производится. Углепластик производится сейчас. Просто нужна формовка. Металл производится.